Из-за роста заболеваемости ковидом главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев объявил обязательную вакцинацию для продолжения работы заведений, учреждений, организаций. Прививку должны сделать продавцы, таксисты, кондукторы, сотрудники банков, столовых, МФЦ. Полный список вы видите на наших экранах. Первым компонентом вакцины необходимо привиться до 15 августа, вторым – до 15 сентября этого года. Как сообщают соликамские медики, в четверг 15 июля поступила очередная партия вакцины «Гам-ковид-вак» в количестве 1000 доз. Вакцина будет распределена между поликлиниками северной и южной частей города, а также будет направлена для иммунизации сотрудников соликамских предприятий. По состоянию на 15 июля с момента начала иммунизации в Соликамск было доставлено 10 930 доз вакцины «Гам-ковид-вак» и 1060 доз вакцины «Эпивак-корона». Всего 11 990 доз. Первым компонентом привито 10 718 человек, вторым – 7 165 соликамцев. Записаться на прививку можно уже сейчас в всеми доступными способами. Через телефон единой записи 48410, через телефоны регистратур поликлиник северная часть города 466636 и 27873, южная часть города 52303 71023, а также через сайт kvrachu.ru, который перенаправит желающих вакцинироваться непосредственно на портал госуслуги в соответствующий раздел. Там у вас будет выбор записать себя или родственника. Далее выбрать поликлинику по месту прикрепления. После этого откроются окошки с свободного времени для прививки. После выбора подходящего приходит запись о подтверждении и напоминание на вашу электронку. Как видим, проблем с записью на портале госуслуги нет. Выбирай любое свободное окно. Если же предпочитаете по телефону, милости просим. Номера недавно были на ваших экранах. Берегите себя и будьте здоровы. Олеся Петровичева, Кирилл Литвин и телекомпания Соль ТВ.